друзья, и вот перед вебинаром, перед тем, как поставить видео, я, кстати, сделал его очень коротким, только самые основные вещи записал, чтобы новичкам было понятней, а те, кто уже инвестирует, просто ознакомились с новостями или еще раз освежили память. И вот, отвечая на вопрос, мне написали, вот, друзья, у кого вот так вот наводите, если вот сюда, и у вас может возникнуть... Точнее, у вас появится вот такая вещь. То есть вы оплатили пакет, а у вас вот такая вот надпись: доли по инвестированию в рассрочке оплачены вами не полностью. Пусть это вас не смущает. Я вот специально наглядно для наглядности списался и зафиксировал вот эти ответы. Почему у меня в левом верхнем углу, в личном кабинете, там, где написано «резерв по рассрочке», при наведении курсора на значок прописано: доли инвестированного в рассрочке оплачены вами не полностью, хотя я все оплатил до Нового года еще. Я действительно еще до Нового года все оплатил. Так, и вот ответ. С 11-го новое отображение инвестиционных долей. То есть вы понимаете, друзья, было слияние нескольких дочерних компаний. Под базой все встали сейчас под крышу Skyway Capital. И, понятно, немного изменился функционал кабинета. И вот нам пишут, точнее, мне написали ответ. С 11-го новое отображение инвестиционных долей. Они будут отображаться только после передачи данных в реестр. Полное отображение ваших инвестиций вы можете найти в разделе «Мои инвестиции», «Мои сертификаты». И неотображаемые инвестиции находятся внизу страницы. То есть вот сюда вот заходите, раздел «Мои инвестиции», щелкаете «Мои сертификаты» и в самый низ листаете, и там ваши доли проплаченные все отображаются. Ну и понятно, я задаю вопрос, как долго продлится эта процедура. В общем, мне отвечают, что следующую передачу в реестр ожидается в начальных числах февраля. Ребят, по своему опыту скажу, что регистрация в реестре занимает около месяца. Поэтому, ну, в связи вот с этими обновлениями и сайта, и в связи со слиянием дочерних компаний под крышу Skyway Capital, видите, немного изменилось и немного затянулось. Но не переживайте, все ваши деньги в целости и в сохранности. И вот следующая передача в начальных числах февраля. Ну, соответственно, возьмите там, отчитайте где-то месяц. Соответственно, где-то вот через месяц у вас все ваши доли отображаться вот здесь вот в левом верхнем углу, где вся информация в личном кабинете у вас прописана. Ну, а теперь поставлю вам вебинар, как я говорил, уже для того, чтобы кто уже инвестирует, освежить просто, что на сегодняшний день происходит. Там некоторые вопросы затрагиваются по Арабским Эмиратам, по технологии блокчейн. И, ну, а новичкам просто для ознакомления. Ребята, я вам честно скажу, я вот не жалею, что инвестирую. Если кто еще не инвестирует, это компания, которая полностью изменит ваш мир. Если быть уже касаться чисто денежного вопроса, то вы обеспечите не только себя, но и своих детей, внуков на долгие-долгие годы. И чем больше будет строиться проектов адресных, соответственно, тем больше вы будете получать дивиденды. То есть вы будете получать всю свою, надеюсь, долгую жизнь деньги из-за того, что в свое время поддержали эту технологию. Все, друзья, приятного просмотра. До следующих публикаций. Я вам сказал, первые инвестиции в наш проект пришли в 2014 году, в январе месяце. А в 2015 году группа компаний Skyway в лице предприятия под названием «Струнные технологии» получила участок земли в 60 километрах от города Минска, возле города Мариногорка, это Пуховичский район Минской области, участок местности почти, скажем так, 36 гектар, бывший танковый полигон,
на территории которого началось строительство тестового участка, то, о чем я вам говорил, на котором необходимо было продемонстрировать, что из себя представляет транспорт, сертифицировать его, провести испытания и в дальнейшем приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. Строительство экотехнопарка, сегодня это называется так, у нас началось в июле 2015 года. В конце июля 2015 года были проведены первые работы на территории экотехнопарка, и в августе, скажем так, начались работы по сначала подготовке к залитию фундамента первой анкерной опоры. И с этого момента мы начали двигаться к реализации технологии. Как я сказал, мы сегодня очень близки к тому, чтобы она была реализована уже не только в одном месте, а уже в нескольких местах на территории земного шара. За это время специалистами нашей компании было получено 77 различных патентов и сертификатов на саму технологию, на транспортные средства. Причем эти патенты и сертификаты выданы целым рядом стран, ведущих стран, да, ведущих экономик мира. Это Соединенные Штаты, Канада, это Япония, это Китай, это Евросоюз, Австралия, целый ряд стран СНГ, Россия, Украина, Белоруссия. То есть все это делается для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность, прежде чем приступить к строительству дорог в тех регионах, в которых планируется возведение дорог по технологии Skyway. Что еще хотелось бы отметить, да, то есть технология за это время была представлена почти на двух десятках крупных международных транспортных форумах и выставках. Все началось с Инотранса 2016 после признания технологии инновационной Минтрансом Российской Федерации 11 февраля 2016 года. И за это время целая череда транспортных форумов и выставок, как на территории Европы, на территории СНГ, Юго-Восточной Азии, Австралия. То есть такие выставки, как «Транспорт России», «Белорусская транспорт на неделе», либо «Транспорт и логистика», да, то есть 16-17 года. Это «Railway Tech Индонезия» 17-18 год, это «Smart City Индии» 17 год, это «Future City Show» в Объединенных Арабских Эмиратах, которое прошло в апреле 2018 года. И вот, наверное, с проведения того мероприятия начался новый отсчет времени при реализации технологии Skyway, потому что начались серьезные работы по возведению наших путевых структур, по реализации технологий на территории Аравийского полуострова, на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Каждая выставка, которая была проведена, внесла в свою лепту в развитие технологии. Все большее количество людей в разных точках земного шара узнавало о технологии под названием Skyway. Специалисты, работающие на одной выставке, на одном языке разговаривали как с представителями мира транспорта, так и с представителями администрации, потенциальных заказчиков, да, где подробно рассказывали, какие преимущества данного вида транспорта, что мы можем дать в разных точках земного шара. Да. И, как я сказал, каждое данное мероприятие оно вносит положительную лепту в развитие и реализацию проекта под названием Skyway. Помимо всего прочего, да, что хотелось бы еще отметить. В 2014 году, как я вам говорил, были привлечены первые инвестиции. И в конце весны 2014 года единственным сотрудником конструкторского бюро компании «Струнные технологии», который у нас работает в Республике Беларусь, был, собственно, генеральный конструктор технологии Анатолий Дарчуницкий. Но за это время у нас создана большая команда грамотных специалистов, которые работают на территории Республики Беларусь. Есть целый ряд достижений и успехов в лице производственников Skyway. Да, разработана целая линейка двигателей мотор-колесо для транспортных средств разной, скажем так, производительности, разной массы, там, используемых в разных сферах. То есть это и легкий транспорт пассажирский, это и городской транспорт, это и грузовой Skyway. Да. Используются новейшие материалы. Что хотелось бы еще отметить, что в процессе разработки внедрения технологий появлялись новые идеи, реализованы новые транспортные средства, о которых речь не шла, например, в 2014 году. Это в первую очередь тот же Unibike, легкий Skyway. Да. На сегодняшний день огромное количество специалистов, конструкторов, инженеров работает на территории нашего КБ в Республике Беларусь. И сегодня мы имеем собственное офисное здание, сегодня мы имеем свои собственные производственные площади. В 2014 году этого не было ничего. И все это, опять же, благодаря тому, что какое-то количество людей поначалу поверило, стали инвестировать денежные средства в развитие технологии Skyway, к чему мы пришли, мы с вами сейчас еще поговорим. Далее, помимо всего прочего, да, помимо того, что осуществлялась работа на крупных международных транспортных форумах, помимо того, что у нас активно ведутся собственные разработки на территории КБ. Большое количество делегаций, кстати, благодаря и тем же выставкам, например, да, и благодаря тому, что специалисты нашей компании принимали участие в различных делегациях, которые выезжали из Республики Беларусь на различные форумы, посвященные развитию городов, транспортной инфраструктуры. Да, то есть в разных уголках земного шара специалисты нашей компании проводили встречи, переговоры, демонстрировали преимущества технологии Skyway. Так, на сегодняшний день, наверное, не осталось
Ну, может, только с Антарктиды, да? Не было посетителей на территории экотехнопарка, на территории нашего конструкторского бюро. Ну и плюс ко всему, как я сказал, представители нашей компании участвуют в крупных форумах. И вот участие, например, мероприятие по названию Smart City India, это 2017 год, позволило после данного мероприятия Анатолию Эдуардовичу встретиться с одним из духовных лидеров планеты, Далай-ламой. Да, это было в Индии, было, скажем так, ну там выделено время специально для встречи нашего генерального конструктора, и Далай-лама, один из духовных лидеров планеты, дал благословение свое на реализацию технологии SkyWay в разных уголках земного шара. Когда-то, когда мы начинали только проводить вебинары, а я вообще на сегодняшний день их провожу уже, наверное, больше 4 лет, это где-то те, которые также было отмечено «Комсомольской правдой», это демонстрация модуля высокоскоростного на территории выставки «Натранс 2018» в городе Берлине, шестиместный высокоскоростной «Юнибус», да, который как раз-таки высокоскоростная трасса у нас на сегодняшний день будет строиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Новое транспортное средство, которое мы увидели, суперлегкое транспортное средство двухместное под названием «Юнивинт», да, то есть что призвано решить, скажем так, транспортные проблемы, ну, ближайшего пригорода, наверное, да, небольших населенных пунктов. И направление, которое в факультативном режиме, скажем так, за которым занимались целый ряд конструкторов и инженеров группы компании SkyWay, это создание электромобилей для людей с ограниченной возможностью передвижения. То есть для инвалидов-колясочников создан двухместное транспортное средство, у которого ресурс, ну, наверное, скажем так, в первую очередь для городского перемещения, да, до 150 км зарядки одного аккумулятора, скорость до 100 км в час. То есть человек, который не имеет возможности, скажем так, управлять своим телом ниже пояса, да, имеет возможность управлять транспортным средством, полноценное, скажем так, транспортное средство, которое является, может стать участником движения в черте наших, ну, в первую очередь, городов, наверное, да, и перемещения до ближайшего пригорода. Это то, что мы достигли на сегодняшний день. За время развития нашего проекта было много сказано как положительных, так и негативных отзывов о развитии нашей технологии. Если поначалу нам действительно, ну, как сказать мягко, нечем было похвастать, да, у нас была только информация о том, что мы в это верим, что мы к этому двигаемся, и, по сути дела, давайте становитесь участниками нашего проекта, мы вместе реализуем данную технологию. Сегодня мы говорим просто приезжайте на территорию Экотехнопарка и посмотрите все своими глазами. Я к вам вернусь, мы с вами поговорим об инвестициях, и потом я отвечу на ваши вопросы.
Итак, друзья, вы видели сейчас, что из себя представляет технология. Это то, что мы имеем на сегодняшний день. Действительно, по этому ролику видно, что более 90% уже, скажем так, того, что мы видим сами своими глазами, это реальные транспортные средства. Я просто помню, 4 года назад, когда, как я говорил, мы начинали только вести вебинары, да, у нас была, по сути дела, компьютерная графика, которая показывала, что из себя представляет транспорт SkyWay. Итак, друзья, двигаемся дальше по информации нашего сегодняшнего вебинара. И мы с вами говорили о том, что наша технология на сегодняшний день реализуется благодаря тому, что огромное количество людей в разных уголках земного шара инвестировало свои денежные средства в разном размере. Да, кто-то смог там инвестировать $100, кто-то 200, кто-то 1000, кто-то $10,000 и так далее, стали совладельцами данной технологии. То есть речь идет о том, что есть инновация, есть инвестиция. И история нам показывает целый ряд моментов нашей с вами жизни, да, вот если мы с вами немножко откатимся назад, там на 100, на 200 лет, да, мы увидим следующее, то что, например, инновация, да, которая одновременно была подкреплена инвестициями, то есть она привела к тому, что жизнь человечества круто изменилась. Того, что в каждом доме должен быть компьютер, предлагали вложить денежные средства в свои проекты. Что Билл Гейтс, что Стив Джобс, огромное количество, скажем так, специалистов мира вычислительных машин крутили у виска, говорили, кому это надо, есть крупные ВМ и так далее, и так далее. И целый ряд крупных корпораций в итоге, скажем так, значительно отстали от таких компаний, как Apple и Microsoft, потому что вовремя не сориентировались на этом рынке. Те люди, которые вложили денежные средства в развитие данной технологии, сегодня хорошо себя финансово чувствуют. Их дети, их потомки и так далее, они обеспечены на многие десятки, сотни лет вперед. Да? Далее, железные дороги. То есть поначалу никто не думал использовать железные дороги для перевозки людей, но нашлись те, кто видели в этом перспективу, стали развивать сеть железных дорог, стали строить вокзалы, стали, скажем так, производить локомотивы и так далее, и так далее. И на сегодня потомки тех, кто начинал внедрять и разрабатывать железные дороги, да, сегодня, скажем так, также финансово себя хорошо чувствуют. История господина Бенса, да, то есть он разработал двигатель внутреннего сгорания. Хорошо нашлись молодые люди, у которых на тот день оказались деньги, были деньги, и благодаря этим деньгам сегодня мы с вами все знаем такой автомобиль, как Mercedes-Benz. Возможно, если не оказалось рядом с Бенцем тех людей, которые выделили денежные средства на реализацию его двигателя внутреннего сгорания, может быть, такого автомобиля не было. Но к чему я веду? Я веду к тому, что, опять же, использование, реализация технологии с учетом того, что есть на тот момент необходимые инвестиции, приводила к тому, что в жизни людей происходили серьезные перемены, а те, кто на тот момент в идее увидели перспективу, да, стали обладателями большого состояния. Ну вот, например, братья Райт как раз таки не стали таковыми, которые подняли в воздух свой параплан, да, но идею, скажем так, создания и развития авиации реализовал господин Боинг вместо них. Да, то есть он использовал их изобретения. На сегодняшний день Боинг знает все. Братьев Райт знают только те, только потому, что именно они, скажем так, первые, кто поднял в воздух транспортное средство, которое тяжелее данного воздуха, да, и смогло пролететь какое-то количество десятков метров. Что хотелось бы отметить, друзья, компания «Струны технологий», компания SkyWay, да, группа компаний SkyWay сегодня является состоявшимся проектом, проектом, который на сегодня уже приступает к строительству дорог. Мы имеем свой собственный испытательный полигон. Мало того, в юрисдикции той страны, где у нас находится сегодня КБ, где у нас находится производство, где находится экотехнопарк, мы сегодня получили все разрешительные документы на проведение работ под ключ. То есть от создания технической документации до, скажем так, конечного строительства дорог. Вот. Мало того, предприятие «Струны технологий» в 2017 году стало членом Союза строителей Республики Беларусь и стало членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь. Это, кстати, ответ, скажем так, на возмущение тех, которые говорят, непонятно, чем занимаетесь, непонятно, есть у вас технологии или нет, и вообще вроде напоминает финансовую пирамиду и так далее. Я всегда говорю на своих презентациях, что ни одна финансовая пирамида не стала членом Торгово-промышленной палаты какой бы то ни было страны. Но не было в истории человечества такого. Соответственно, чтобы стать членом ТПП, нужно показать всю серьезность своих намерений и чем-то обладать. Раз мы стали членами Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, соответственно, скажем так, нам есть что продемонстрировать. На сегодняшний день, как было сказано в конце 2018 года, более 800 специалистов сегодня работают на территории Республики Беларусь. Мы имеем свое собственное офисное здание четырехэтажное в промышленном районе города Минска. Это недалеко от метро тракторный завод. Я там был в этом здании несколько раз. Да? Далее, мы имеем свои собственные производственные площади. То есть это активы компании, которых в 2014 году, как я уже говорил, не было.
На сегодняшний день, вот, например, если мы говорим о компании Skyway Capital, 210 стран, с территории которых люди стали совладельцами пакетов долей группы компании Skyway. Для чего я все это говорю? Потому что вот то, о чем мы сейчас с вами, скажем так, полчаса разговаривали, это та возможность, которая может круто изменить, скажем так, ну, финансовую составляющую вашей жизни, если быть меркантильным и говорить только об этом. Да? Я вам перечислил примеры внедрения инноваций при, скажем так, в союзе с инвестициями. И сегодня любой из вас может стать совладельцем данной технологии и обеспечить своих детей, внуков, организовать им такое будущее, в котором они будут заниматься тем, что они любят, то, что им нравится. Да? То есть просыпаться утром и творить, скажем так, положительные дела, потому что вы знаете, да, когда человек любит делать то, что он делает, то плоды этого труда совершенно другие. Мало того, емкость транспортного рынка на сегодняшний день, это официальная информация, порядка там, 4,8 триллионов долларов США. Потенциал нашей компании и то, к чему стремится наш генеральный конструктор, это 30-50% всего мирового транспортного рынка в будущем за технологией под названием Skyway. Вот от 30 до 50, 50% транспортного рынка – это 2,4 триллиона долларов. Это вот тот пирог, с которого вы можете получать денежные средства в недалеком будущем. Да, и, в принципе, данная ситуация может сделать вас финансово независимым. Все, что необходимо сделать, да, для того, чтобы стать участником проекта, это зарегистрироваться на платформе компании Skyway Capital, которая является сегодня инвестиционным фондом. Основная задача этого фонда – привлечение инвестиций в реализацию технологий под названием Skyway. Инвестиции, которые приходят таким образом, да, это те инвестиции, которые у нас непосредственно идут на территорию Республики Беларусь, и реализовывается проект создания того самого экотехнопарка, в котором проходят испытания и сертифицируются транспортные средства Skyway, то есть то, как было задумано в 2014 году. На платформе Skyway Capital вы получите весь необходимый объем информации после регистрации внутри личного кабинета. Вы узнаете о том, как можно инвестировать в нашу компанию, благодаря каким платежным системам, да, какие у нас есть пакеты на сегодняшний день, и что хотелось бы отметить, да, вот опять же, затрагивая тему инвестиций. Смотрите, ну, наверное, не так много способов, да, инвестирование на сегодняшний день существует в мире. Ну, я знаю, что вот люди знают, например, инвестирование в недвижимость и получение дохода в будущем, да, инвестирование там, например, в ценные бумаги, это фондовый рынок. Есть люди, которые пробуют себя на рынке Форекс, да, то есть это валютный рынок. Дальше металлы, кто-то вкладывается в золото и так далее. То есть вариантов, в принципе, не так много, но что хочу сказать. Фактически все вот эти способы, то, что я вам назвал, приумножение ваших денежных средств и получение дохода в будущем, да, в виде там пассивного дохода и так далее, требуют очень значительных инвестиций. Для того, чтобы получать прибыль с недвижимости, нужно, скажем так, вложить порой не одну сотню тысяч долларов, да, для того, чтобы через какое-то количество лет эта инвестиция окупилась в виде там арендной платы, либо чего-то еще, и потом вы стали получать прибыль. Тоже касается фондового рынка, как говорит Роберт Киосаки в своих книжках из серии «Богатый папа, бедный папа», если у вас нет свободных там 20 тысяч долларов, да, то вам нечего делать на фондовом рынке. Он сказал слово «свободных», потому что нет такого, скажем так, лишних и так далее. Лишних денег не бывает даже у миллиардеров. Вот. Ну и так далее. У нас же проект, который позволяет вам инвестировать, скажем так, незначительные деньги, начиная там с 15 долларов Соединенных Штатов Америки и с выгодным дисконтом на сегодня уже от 1 к 16 до 1 к 75, так как мы находимся на 13 этапе развития, и 13 этап у нас начался с 26 декабря 2018 года, да, стать совладельцами какого-либо из пакетов долей. Инвестиция в 15 долларов, да, как многие говорят, это что-то смешное, это вообще не из темы инвестиций, поэтому некоторые рассматривают, ну, хотя бы там 1000 долларов. На сегодняшний день человек, который инвестирует 1000 долларов США в реализацию, точнее, в проект компании Skyway Capital, у него появляется возможность стать совладельцем 41 тысячи долей. То есть фактически уровень его дисконта или там приумножение его денежных средств потенциально может составить 41 раз. Как я вам сказал, стоимость одной доли, да, сначала была взята номинал одной доли, это 1 доллар США. И мы, скажем так, все ближе и ближе к тому моменту, когда доля будет стоить именно столько. Иногда люди задают вопросы, когда там, какая цена будет на рынке, каким способом мы выйдем на биржевые площадки и так далее. Я думаю, когда мы подойдем к данному моменту, это все будет ясно. Но, как правило, в дальнейшем стоимость отдельно взятой доли, либо акции, как это мы в дальнейшем, может, будем говорить, да, это рынок. То есть, чем более полезна технология, чем больше, скажем так, пользы она приносит человечеству, соответственно, стоимость доли будет расти. Мало того, у компании есть свой инвестиционный меморандум,
20% от получаемой прибыли от любого адресного проекта, от той прибыли, которая будет приходить в компанию, будет распределяться между теми людьми, которые стали совладельцами пакетов долей на раннем этапе инвестирования в технологию. Всего этапов 15, сегодня мы находимся на 13 этапе, и что хотелось бы еще сказать, буквально на прошлой неделе в конце вышла новость, то что 10 февраля будет снова изменен дисконт, уменьшен дисконт, да, потому что, как мы говорим, риск становится все меньше и меньше, вот, а момент реализации технологии все ближе и ближе, то есть нам сегодня не то, что есть чем похвастать, сегодня есть что потрогать, сегодня мы приступили к строительству инновационного центра в Объединенных Арабских Эмиратах, инновационного центра Skyway. Там будет осуществляться обучение в дальнейшем специалистов, которые будут использованы в нашей компании и так далее, и так далее. И пока еще у нас действует та возможность, тоже помимо инновационной технологии, у нас есть еще, скажем так, маркетинговая политика компании. 10% от суммы той инвестиции, которую вы сделаете, но в течение первых 7 дней после регистрации, вам будет начислено премиальный счет. Пока это еще действует, но не исключен вариант, что в ближайшее время данной возможности уже не будет. Я считаю, что сейчас было бы глупо ей не воспользоваться. Мало того, помимо всего прочего, ну, я думаю, что одной еще из двигающей силы развития нашего проекта является партнерская программа компании Skyway Capital, благодаря которой люди имеют возможность создания крупного дохода, да, на сегодняшний день международного бизнеса, благодаря нашей партнерской программе, которая достаточно проста, в ней всего 6 квалификационных уровней. Вот. И вы можете, скажем так, с разным темпом, приняв решение зарабатывать деньги уже здесь и сейчас, двигаться по карьерной лестнице партнерской программы компании Skyway Capital. Важно, что, кстати, эти квалификации видите сейчас на экране, важно понимать следующее, что у компании, точнее у партнерской программы есть целый ряд преимуществ. Если говорить о мире, скажем так, многоуровневого маркетинга в целом, маркетинг-план накопительный полностью, то есть все, что вы делаете, да, накапливается на в вашем счете, то есть вы поступательно двигаетесь, скажем так, от более низкой квалификации, более высокой квалификации, вам не нужно выполнять каких-то жестких объемов по продажам, чего бы то ни было, вас здесь никто не может обогнать либо перегнать, да, то есть вы будете получать те проценты, которые положено получать в соответствии с той квалификацией, которую вы достигли в развитии бизнеса по партнерской программе компании Skyway Capital. У нас достаточно высокие выплаты, до 20% вы можете получать непосредственно тех рекомендаций, которые вы делаете сами, при условии, что вы достигли звания топ-эксперта. Да? И вплоть до 24 уровня топ-эксперты у нас получают вознаграждение. Да, но чем дальше, тем глубже оно становится все меньше, 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 но тем не менее. Но очень важно, вас никто не может ограничить количество тех людей, которых вы можете пригласить за собой. Здесь есть определенный элемент разумности, то есть одновременно обучить какое-то количество людей развитию бизнеса по партнерской программе, ну, наверное, 3-5 человек в месяц, при условии, что эти люди действительно говорят, что я готов, я на 100% с вами и так далее. Итак, партнерская программа – это тот инструмент, который позволяет развиваться вам, как человеку, и получать доход уже сегодня, не дожидаясь, пока наша компания со своей технологией выйдет на мировой транспортный рынок, и вы будете получать проценты в виде дивидендов, либо, скажем так, от продажи тех долей, которых у вас может быть много. Кстати, та же партнерская программа позволяет вам увеличить портфели инвестиции в нашу технологию, потому что вы можете получать процент от того, что работаете в информационном поле, и, соответственно, часть денег, которую вы можете получать посредством партнерской программы, вы можете просто инвестировать в технологии и увеличивать свои портфели инвестиций, что, скажем так, в будущем положительно отразится на вас каким образом. Чем больше у вас количество долей при выплате тех же дивидендов, да, там, потому что они выплачивают на отдельно взятую долю, если у вас там миллион долей, соответственно, у вас будет определенная цифра дивидендов, да, сумма. Если этих долей в два раза больше, чем вот я назвал, например, 2 миллиона, да, соответственно, на 2 миллиона долей будут распределяться дивиденды. Вот таким вот образом. Соответственно, инвестирование на сегодняшний день, это у нас слайд еще по 12 этапу, порядка там 75-78% уже на сегодняшний день реализовано. Как я вам сказал, мы переходим на следующий подэтап в рамках 13 этапа. Таких переходов будет 3. То есть у нас будет более плавно меняться дисконт внутри одного этапа. Поэтому лучшее время для инвестиций в проект под названием Skyway Capital – это время, которое называется «здесь и сейчас, и сегодня». Да? То есть не тянуть, не дожидаться там опять, как у нас некоторые делают, окончания этапа и пытаются в 3 дня, скажем так, сжать свои действия без сна, без еды. Да? То есть 24 часа в сутки начинают бегать и знакомить людей с тем, что можно инвестировать в компанию Skyway Capital, становиться совладельцами технологий, в дальнейшем получать доход, сегодня зарабатывать в партнерской программе и так далее. Лучше это делать
систематически, понемногу, но постоянно. Итак, друзья, в целом, наверное, это то, что я хотел сказать на сегодняшнем вебинаре. Говорить, в принципе, можно много, можно, скажем так, просто перечислить сейчас какое-то количество новостей, да, с которым я знакомлюсь ежедневно, но большинство из вас умеет читать, большинство из вас наверняка, я надеюсь, смотрит наши видео-новости, да, которые тоже являются видеодайджестом тех новостей, которые у нас происходят каждый месяц. Вот. И сейчас те вопросы, которые я смогу озвучить, я постараюсь вам ответить. Так. Так. Давайте я сейчас сначала Мирополис, а потом я посмотрю, что у нас в чате вебинаров в соцсетях. Потому что мы вещаем сегодня. Ну, я уже потихоньку начинаю привыкать с двух компьютеров, да, крутить головой, нажимать, скажем так, двумя руками. Хорошо, что у меня их две. Хорошо, что не четыре компьютера. Итак, друзья. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь в чате, да? Ну вот человек пишет, что для выхода на 13-й этап потребовалось более 3 лет. Как это будет происходить в Объединенных Арабских Эмиратах? Ну, в Объединенных Арабских Эмиратах и немножко другие условия еще. Да? Если, например, в Беларуси мы долгое время строили только на те деньги, которые приходят у нас по схеме краудинвестинга, то там, как говорил генеральный конструктор, нам стоит только начать показать начало строительства, да, то, что мы начали двигать и так далее, и там уже будут идти деньги конкретных инвесторов непосредственно с территории Объединенных Арабских Эмиратов. Там все это будет гораздо быстрее. По поводу партнерской программы. Вот этот пункт 9.2 вы нашли в договоре по партнерской программе, я хотел бы уточнить. Запись будет, да, запись ведется. Запись у нас вообще вот в соцсетях, она всегда ведется, а сегодня я нажал в Мирополисе, поэтому будет запись данного вебинара. Ну, по Швейцарии, давайте так, масловский вебинар не состоялся, я думаю, я не сделал ничего крамольного. В нескольких чатах партнерских появилась непосредственная информация от господина Маслова, что вроде бы как подписан какой-то договор на прошлой неделе, что переговоры шли сложно, теперь, скажем так, все начнет двигаться гораздо быстрее. То есть какое-то движение в проекте Сан-Бернардино есть. Вот. Касаемо сертификации высокоскоростного, ну, мне сейчас сложно вам что-то ответить, мы еще не построили трассу. Поэтому, ну, мне сейчас заявлять, да, что вот мы сертифицируем высокоскоростной транспорт в апреле, например, ну, я думаю, меня можно будет даже выстрелить в экран. Поймите правильно, я сейчас не являюсь производственником, я не знаю, на каком этапе там идет, скажем так, строительство дороги в Объединенных Арабских Эмиратах, но меня туда никто не приглашал, и информация оттуда дается, скажем, дозированная именно в том объеме, в котором считает нужен генеральный конструктор. Поверьте мне, что вы узнаете, да, когда будет продемонстрирован высокоскоростной Skyway и когда будет осуществлена сертификация. Пока я не видел этих планов вот четких. Да. И еще что я, наверное, о чем я, наверное, забыл сказать в процессе нашего сегодняшнего вебинара. Пока, да, пока, скажем так, криптоплатформа не запущена, вот итоги 2018 года, то, что, скажем так, руководство нашего проекта приняло решение еще и создать свою собственную криптоплатформу Skyway, да, и в дальнейшем использовать технологию блокчейн для реализации нашей технологии. В принципе, это большой плюс, я вижу, потому что будет привлечено огромное количество людей, которые крутятся со своими деньгами на рынке криптовалют, на рынке токенов, на рынке ICO и так далее, так далее, так далее. Конкретно сайт ICO RSV, который у нас запущен, да, на котором будут созданы личные кабинеты тех, кто обменял свои доли на токены, то, что было, скажем так, предоставлена возможность в конце прошлого года, да, тот проект конкретно подвязан у нас под реализацию проекта в Объединенных Арабских Эмиратах. Строительство высокоскоростного, грузового, городского транспорта, использование зеленой энергии, электростанции, да, на солнечных батареях, а солнца там очень много. То есть все это в ближайшее время будет двигаться, реализовываться, дописывается программа, как нам сказали, да, дорабатывается, скажем так, привязка сайта личного кабинета, я так понимаю, нужно это все увязать с целым рядом криптобирж и прочее. Будет ли эта биржа белорусская или нет, тоже вы знаете, да, это одна из последних новостей, что на территории Республики Беларусь открыли криптобиржу. Это было совсем недавно. Так, что у нас в соцсетях? Сейчас, секундочку.
Почему зиму не тестируют? Это вопрос касаемый, да? Ну, что я могу сказать? Я думаю, что какие-то тесты зимой, наверное, проводятся. Просто, если вы обратили внимание, свежая информация, касаемая развития, наверное, строительства чего бы то ни было, это то, что строится еще одно здание, то есть расширение производственных площадей, как было сказано, для того, чтобы, скажем, приступить к серийному производству элементов путевой структуры и транспортных средств. Вот. Но если вы помните, то целый ряд транспортных средств, которые у нас были сертифицированы, они испытывались и зимой. Вы знаете, я не могу вам ответить на вопрос, кто проводит переговоры с администрацией Москвы и есть ли адресные проекты. Да? То есть, как правило, все переговоры, связанные с строительством потенциальных трасс в разных уголках земного шара, у нас проводят специалисты, работающие в Республике Беларусь. Я даже сейчас вот не могу, я не уполномочен, потому что я даже не знаю, то есть у нас здесь в Москве есть человек, который общается, я не в курсе, да, кто у нас сегодня отвечает за реализацию адресных проектов. Когда-то этим занимался Кирилл Бадулин, он сейчас, скажем так, руководитель бизнес-управления Skyway, да, и есть люди, которые непосредственно занимаются этим в Минске, то есть если есть какие-то предложения, то обращаться нужно непосредственно туда, как я понимаю. Вот таким вот образом. То, что какие-то переговоры, то, что какие-то адресные проекты возникают, вы знаете, это, наверное, происходит сейчас каждый день. То есть еще год назад говорил Кирилл Бадулин, что мы не успеваем обрабатывать те заявки, которые были тогда, когда у нас еще не было там, скажем так, ничего не началось двигаться в Объединенных Арабских Эмиратах и так далее. То сейчас, поверьте, их гораздо больше, чем было год назад. Поэтому не переживайте. Работа у наших специалистов, которые работают в Республике Беларусь, модернизации технологий, поверьте, у них ее очень много. Я как говорил еще в ноябре прошлого года, когда дважды ездил в Минск, да, там, для того, чтобы взять макеты 1 к 10, которые мы демонстрировали на мероприятиях, потом их сдать. То есть предприятие, как говорил один из специалистов, Анастасия Лейко, может, многие из вас ее видели, да, она фактически присутствует на всех выставках, где присутствует компания «Струнные технологии». Производственный отдел, специалисты, работающие на производстве, работали в три смены. Вот. Вот такая динамика, скажем так, на сегодняшний день. Итак, друзья, у меня, наверное, на этом все, потому что, как больше, как я понимаю, каких-то серьезных вопросов нет, да? Skyway Capital, благодаря тем пакетам, которые есть, они у нас идут в проект, который запускался в 2014 году, это реализация экотехнопарка. Помните, говорила, что будет там? Там создан адресный проект, там создан адресный проект. У вас будет возможность, помимо того, что вы владеете пакетами долей, самой технологии получать дивиденды отсюда. И плюс ко всему, если вы еще отдельно вложитесь в адресный проект, вы еще оттуда сможете получать. Вот проект в Объединенных Арабских Эмиратах, связанный с токенами, например, да, который запускается. Это, можно сказать, один из примеров того самого адресного проекта. Вы и так будете получать доход, скажем так, с той прибыли, которая будет приходить в компанию из Объединенных Арабских Эмиратов. Если вы еще приобретете какое-то количество токенов, которые будут привязаны к конкретному проекту, вы еще будете иметь возможность получать доход и на эти токены. Соответственно, это еще один инструмент инвестирования. Вот так к нему относитесь, как к тому, что говорилось когда-то. Вот. Так, информация от... как-то, скажем, нетерпеливых наших инвесторов, которые покупают билеты, едут в Эмираты, приходят, скажем так, на стройплощадку и рассказывают, как здесь все круто и как красиво. Вот такие видео можно поискать непосредственно в клиентских чатах, позадавайте вопросы. Я знаю, голландцы приезжали, потом из Прибалтики люди, из Балтии точнее, там, потом с Уральского региона. Я видел эти видео, но это не видеокомпания. Я думаю, что всему свое время появится видео с участков на территории Эмиратов. Как когда-то было в технопарке. Но вспомните, пожалуйста, да, вот вспомните 3 года назад, когда вот сидели и прилипали с утра к этому экрану монитора и ждали. Но когда же новое видео появится из Белоруссии, да, с Мариной Горки? Поставили три промежуточные опоры, прыгаем до потолка, сидим, ждем, когда поставили четвертую. Вот. И так далее. Всему свое время все развивается, ничего одновременно не происходит. Хоть и говоря в целом ряде литературы, да, что время такая относительная величина, все происходит на этой планете здесь и сейчас. Но это тема для отдельных обучений и так далее, и так далее. Те, кому это интересно. Итак, друзья, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Следующая встреча, следующий понедельник. Следите за расписанием.